ребята, которые, ну, такая белая гвардия, значит, они вышли с манифестом, значит, что, ребята, значит, 20 лет прошло с тех пор, как советская власть кончилась, и мы уже потихонечку, а молодежь так и не знает про то, что такое жить при тоталитаризме. Давайте мы вам напомним и проведем вам игру, когда партия назначает женихов и невест, когда за каждым твоим шагом идет присмотр, да, то есть партия следит за твоим поведением и за твоей жизнью, значит, и вообще как плохо жить при коммунистах, да, которые там являются тоталитарными ребятами. Сейчас вспомню, пройдемся, потом расскажу. Ну вот, значит, я вылез, говорю, спрашиваю, что вы имеете против русского коммуниста? Да? Значит, после этого они стали от меня прятаться и на пьянку чешскую с чешским пивом не позвали. Контра расплодилась, да? Про немцев еще одну интересную штуку вспомнил. Дело в том, что фашистская символика там очень строго запрещена. А, то есть там запрещена свастика, там запрещена фашистская форма и прочее. А ну, у них комплексов таких, как у нас, нету, и они играют во Вторую мировую войну. Для этого они едут датчанам, датчане играют фашистов, а немцы играют русских. Ну, они как бы означают как социальную проблему, потому что значит, про фашизм говорить запрещено, а откуда молодежь узнает, что такое фашизм, если про это запрещено говорить? То есть, и обсуждать. Потому что у них довольно сейчас сразу не развито, но оно присутствует и явно в Германии, и фашистской, и неофашистской движение. Я просто видела их демонстрации подростковые на эту тему. Есть подростковые, да.